совсем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес, может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Здравствуйте, тетя! Здрасте. Добрый день, мои дорогие! Да день-то как раз сегодня не очень добрый. Это ой, почему? Да потому что на улице такой ветер! Не. Ну ведь совсем не холодно, просто свежо. А у Еноча полотенце с веревки улетело. Да, а у нас валанчик от бадминтона на елку улетел. А тетушка Матильда чуть шляпу свою не потеряла. Ну, друзья мои, это же все совсем не страшно. И такой ветерок совсем не повод лишать себя прогулки. Ведь можно для него придумать забаву. Забаву для ветра? Это как? Сделать забавную вертушку. Вертушку? А это интересно, давайте сделаем, я согласен. И я согласна. Но это, наверное, очень-очень сложно. Вовсе нет. Смотрите, сколько у нас яркой цветной бумаги, так. Вот из нее и сделаем вертушку. Для этого нужно соединить два квадрата. Так. Склеим их изнанкой друг к другу. Совершенно верно, Шумочка. Теперь сделаем надрезы по диагонали к серединке. Вот так. И подклеим четыре угла в центре. Но это все можно уже испытывать? Да. Нет, Коксик, я придумала кое-что поинтереснее. Сейчас из цветного картона сделаем петушка. Так. Смотрите, вот туловище, голова петушка, так. Хвостик. Это хвостик, да. А это гребешок. Это лапки. Да, это клювик. Это бородка и глазик. И все это нужно приклеить. Верно, Шунечка. А еще таких деталей нужно две. Правую и левую. А зачем нам два одинаковых петушка? Да. Это, наверное, для меня и для Шуни. Да. Нет, Коксик, это две половинки одного петушка. Сейчас соединим две палочки и приклеим половинки к ним. А соединим при помощи булавочки. Вот так. Теперь приклеим половинки. С одной стороны и с другой. И здорово. Ой, петушок на палочке получился, как леденец. А вторая палочка для чего? Для вертушки. Сейчас присоединим ее к палочке при помощи булавки с бусинкой. Вот так. Делаем дырочку. И вертушка готова? Да. Верно, Коксик. Осталось подставить ее ветру, и она завертится вот так. Ветру, наверное, тоже понравится. Пропеллер такой яркий, такой легкий. И петушок такой симпатичный. Ну вот, теперь вы можете взять ее на улицу и поиграть с ветерком. А когда наиграетесь, ее можно прикрепить на крышу, и она превратится во флюгер. Во флюгер? Тетя, а что такое флюгер? Флюгер – это приспособление, которое показывает направление ветра. Правда? Значит, вертушечка и Еноточу пригодится. Спасибо, тетя Алла. Да, спасибо. Пожалуйста, мои дорогие. Ну, а теперь пришло время прощаться с ребятами. Да. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь.